Всем привет, дамы и господа, с вами Ниломоб. Мы играем в игру под названием Boom Simulator, и я камеру свою забыл переместить, чуть пониже ставим. Мы тут приехали к этой милой даме. Вандализм нам не подходит, беседуем с ней. Отлично, ты у меня нашел, наверняка тебе не терпится услышать мой план. Ну-ка. Вот голубь, я его спасла, это очередная жертва гадпромовских опытов. А что с ним не так? Я зову его братишка. Не знаю, что они с ним сделали, но он постоянно хочет жрать. Сколько бы я его ни кормила. Но если его покормить, он растет. Видишь, вон тот корабль, на нем полно белковых коктейлей. Вот мой крутейший план, украдем коктейли, напоим братишки, он превратится в братана. Биг бро. И тогда нам останется только оттащить гадпромовский агрегат на крышу штаб-квартиры, а там братан его подхватит. Какой братан подхватит его? Что подхватит? Не понял. Ты прав, план не совсем логичный, зато улетный. Погнали. Боже, во что ты меня втягиваешь? Я сяду за подъемный кран и буду таскать тебе контейнеры со сладкими коктейлями. А ты стой внизу и бросай их братишке, он будет хватать их прямо в воздухе. Как собака, прям как собаку, только не тормози. Если затыкаем подъемный кран, заблокирует их, нам придут легавые. Окей, надо не тормозить как-то. Для начала подними меня при помощи вихря. Так, какого еще вихря? Как это? Чтобы продолжить, улучшите в голубятне умение голубиный вихрь до максимального улучшите в голубятне умение голубиный вихрь до максимального левела. 20 баксов у меня. Вот ты здоровяк, да? Ты реально здоровый голубь. Как присесть? Я не могу присесть в этой игре? Он, блин, какой-то крупный. Так, хорошо, мне нужно теперь двигаться куда-то. А штаб у меня здесь имеется. Может, я могу здесь себе сделать новый штаб? Мой ближайший штаб. А где мой ближайший штаб? R-буква. Подожди, я совсем запутался. Какая-то вот штучка еще. Куда мне теперь бежать? Ну, бегу сюда. Попробуем здесь себе сделать новый. Тут у меня как бы уже была захваченная мною ранее база. Хватит ли у меня ресурсов, чтобы здесь себе сделать, поставить верстак? Режим строительства, буква R. Так, открыть каталог, табуляция. Так, это что такое? Голубятня, навыки. Производство, навыки. Так, голубятня, сюрикен. Ну давай, поставим тебя. Куда мы тебя установим? Ну где-то в краешке, чтобы не мешало основному производству. Где-то вот здесь будет голубятня, к примеру. Пумц. Как строить? Буква И. Во, поставил. Так, зона строительства. Выйти из режима строительства, открыть каталог. И что, все? Теперь нужно выйти каталог, выйти из режима... Пробел? Не, какая кнопка выйти из режима? Правой кнопкой? Escape? Нет. R и... Табуляция опять. Назад. Тут не написано, какая кнопка выйти. Табуляция, открыть каталог, табуляция, выйти из режима, буква R. О, так, теперь взаимодействовать. Так, сюрикен... Значительно ускоряет голубей, гвозди не хватает, стоимость... Что они от меня хотят? Улучшите голубиное умение, голубиный вихрь до максимального уровня. Голубиный вихрь. А где это умение? Голубиный вихрь до максимального уровня, 0.1. Голубиный вихрь, буква С, может здесь, ресурсы, бой. Так, птичник, статистика, персонаж... Король клопов, инструмент. Нет, наверняка это не здесь. Это где-то в этих вот улучшениях должно быть. Ладно, что-то мы еще можем в режиме строительства себе позволить в данный момент. Откроем каталог. Вот сюда зайдем. Голубя. Так. Открывает навык. Сюрикен, специальный обычный голубь, как старят. Клювы. Голуби окружают цели, клюют лицо, вызывая временную панику. Голубиный вихрь. Во, мне это надо! Голубиный вихрь. Голуби образуют вихрь, который наносит урон и расшвыривает всех в стороны. Но мне не нужны гвозди и мне нужны алюминиевые листы. Назад, я немножко разобрался. Значит, нам нужен теперь верстак, походу, ребят. Немножко подальше его поставим. Верстачок. Оп. Тихо, как там строить? И.
Так, что там нам нужно было? Гвозди. Сколько нам нужно было гвоздей? Выйти из режима R-буква. Так, взаимодействовать. Гвозди. Алюминиевый лист, пожалуйста. Гвозди. Создать. Сколько я их создал? Один? Ну, допустим, два раза нажму. Так, теперь захожу, допустим, что я теперь захожу, допустим, R, строительный режим, открыть каталог, что-то мне теперь не хватало еще. О, два гвоздя я сделал, мне не хватает алюминиевого листа, но для того, чтобы его создать, мне нужно попотеть немножко. Алюминиевый лист, нам нужно ингредиенты, нам нужны такие вот необходимые ингредиенты, годный материал, необходимые алюминий, алюминиевый лист. А чтобы стать простой ремонтный набор, крупный, гвозди. А как создавать эти сигарета, сигарета, семечко табака, семечко всякие, тут еще всякие непонятные семечки для выращивания там чего-то. Назад пока что. Так, алюминий, думаем. Режим строительства. Открыть каталог. Может приспособление, сундук, лестница. Назад, нет, может быть здесь как-то... мусорный контейнер перерабатывает металлолом в стройматериалы. Переплавляет лом в алюминиевые слитки. Керамика. Мне нужно как-то керамику найти. А как керамику сделать? Перерабатывает древесину в бумагу. Здесь живет клоп, которого можно посылать за добычей. Вау, алюминиевый лист. Переплавляет лом в медные слитки. Плавильня для меди. Плавильня для алюминия. Ну, керамика мне непонятно. Ладно, мусорный контейнер попробуем сделать вот здесь. Может быть, с мусорным контейнером мы можем алюминий... Ой, не алюминий. Так, вот он у меня появился. Не хватает материалов. Металлолом. 2 единицы. Эй, ты. Эй, ты. Ты мне нужен. Дружище, у тебя был там случайно, может быть, железо какое-то? О, металлолом. Взять. Взять все. Ctrl плюс R. Что там не хватало? Взаимодействовать. А что ему не хватало? Я перепутал, видимо, что-то. Они же все ресурсы берутся отсюда. Что ему не хватало еще раз? Взаимодействовать. Режим строительства. Что такое? Уничтожить. Выйти из строительства. Открыть каталог. Так, зона строительства. Так, подождите-ка, он создался или не создался этот момент? Не понял. Так, допустим, беру батарею. Металлолом. Взять. Я могу его... О, так оно создалось. Металлолом. Перерабатываем. Хорошо. Как мне создавать алюминиевые листы? Мне как-то надо алюминиевые листы научиться создавать. Я пока что туплю и не могу понять, как их создавать. Но сейчас разберусь. R. Открыть каталог. Готовка. Сад. Оборона. Постройка. Украшения. Так, это у нас все для стрельбы. Алхимическая лаборатория. Назад. Металлолом. Это я построил. Вот это. Керамика. Лом в алюминиевые листы. Мне нужно как-то... Мне как-то... Керамику нужно раздобыть. Керамику. А керамика должна, по идее, вы... Алюминиевый лист тоже нужен. Перерабатывать металлолом в стройматериалы вдвое эффективнее. Как так можно керамику заполучить, чувак? Что мы можем взять на переработку для керамики? Ты не знаешь? Керамика. Топливный бак. Металлолом, мусор. Металлолом, еда. Оно нам все дает металлолом. Ничего керамика. Семечко. Цена продажи. Взять все. Керамику! Откуда взять керамику? Ядрит колотить. Так, а тут... А, я их ЗИГ-2 взял. Перерабатывает долго. Металлолом. Так, металлолом. Ресурс-то ценнейший ресурс. Жуки скоро нападут. Цена респект 1. Заплачу за крышу. Респект клопаны. На базу скоро нападут. А я себе базу тут уже переместил. Почему я не могу взаимодействовать в данный момент с верстаком? Непонятно. Вот это хоть и металл соберу. Так, пока что с керамикой мне так и непонятно. Почему я не могу с ним взаимодействовать? Что не так? Что я не так? О, нажалось. Так, простой материал. Картонка, дерево, улучшенный, гвозди, алюминиевый, медные трубы, сигарета, семечка. Керамика, непонятно. Почему я не могу понять? Почему я туплю?
Почему керамика, керамика? Тут ничего нет. Это улучшить могу. Пока не спешу. Чувак, где керамику взять? Ремонтные инструменты не волнуют. Строй. Каталог. Готовка, сад, оборона, постройка, украшения, приспособления. Простая кровать. Бэк. Так, еще раз, верстак. Можно верстак как-то улучшать? Слушайте, может там было улучшение верстака? Это я сделал. Тут керамики просто не хватает. Такое ощущение, что мне можно как-то уничтожить, выйти из режима. R. Войти. Улучшения тут никакого нету. Я сейчас пойду, короче, погуглю, как делать керамику. А то что-то я совсем не понимаю. Без понятия. Наконец-то я разобрался. Короче, пришел к этому клоуну. Почитал в интернете я эту всю информацию. И оказывается... На тебе. Сейчас я его задурманю. Нашел еще пачку сигарет. Короче, тут у него можно купить керамику. По $2 штука. Мне нужно же было сколько их штук. Я уж не помню. Сейчас нельзя в режим строительства зайти, к сожалению. Раз, два, три. Дешевле не найдешь. Керамика. Купить чего? А, сразу 10 штук можно было купить. А я по одной брал. Картонку я могу найти. Вот с керамикой у меня проблема. Мне не попадается она нигде. Видимо, ее можно пока что только купить. Но берем. Берем ее и возвращаемся на нашу базу. Наша база вот здесь нынче. Бегу теперь обратно туда. И уже с имеющейся керамикой сейчас попробую проворачивать свои грязные делишки. Развиваться дальше, что-то строить. Я надеюсь, что сейчас у меня все получится. Хорошо, я на базе. Давайте смотреть, что у нас с керамикой теперь получится. Значит, нам нужно было войти в режим строительства. На R буква. Табуляцию. Построить. Мне нужно было... Вот, керамика 6. У меня есть ее 10. Плавильня для алюминия. Давайте ее возведем. Поставим ее где-нибудь вот тут, например. Или здесь, или как-то в ряд пускай все будет, что ли. Как-то она так неровно ставится. Мне не нравится, конечно. Поставил. О, не хватает материалов. Так, теперь нам нужно туда запихнуть, наверное, нужно туда что-то запихнуть. Допустим, что? Металлолом. Как его создать? Металлолома прям вот так создается. Берем все. Попробую запихнуть. Нужно подкинуть дров в плавильню. Понял. Дрова. Дерево. Материал. 20 штук. Ctrl-R. Беру весь. Уже есть топливо. Так, а это теперь-то железо запихнул. Так, и вот мне выплавляет что-то. Плавильня моя! Выглядит, конечно, даже в плиточке. Так все классно сделано. Ну, классно, прикольно. И долго ли оно будет плавиться? Я не... О, готово. Ресурс готов. Так, еще. Топливо уже есть. А мы тем временем зайдем, пока оно... Пока оно строится, зайдем, посмотрим, что там по голубям. Мне нужно было дерево. Ну, теперь у меня алюминиевый лист. Нужны алюминиевые листы. Теперь, допустим, выхожу, захожу. Алюминиевый лист. 2 из 2 создать. 1 предмет в инвентаре. Здорово, посмотрим, где он. Вот он, алюминиевый лист. Если зайдем сейчас в режим строительства, нажмем еще раз R. Табуляция. Голуби. Вот это 3-й голуби. Сколько алюминиевых листов? 2 мне надо сделать алюминиевых листа. Вот железо. Запихиваю. Тут 15... Ага, по 5 штук оно запихивается. Металлолом. Тут 2 их. Хватит. Так, запихиваем. Открываем. Берем еще один. Это, кстати, на переработку можно взять. Так, сюда. Так, получили. Процесс у нас тут конкретно идет. Так, это... Во, получили. Это сюда. Это сюда. Батареи перерабатываю. Так, процесс у меня, конечно, тут конкретный. Так, и чего-чего, как теперь дальше поступаем? Строим, допустим, голуби... Все, у меня, по идее, алюминиевые листы сейчас будет возможность создать. Дерева мне не хватает.
Гвоздей опять-таки. Так. Так, алюминиевые листы у меня вот здесь. Создать. Готов. В инвентаре. Теперь мне нужно гвозди. Гвозди создать. Гвозди создать, создать. Есть. Что там еще не хватало? Так, это мы убираем сюда. Это сюда. Это сюда. Вот. Процесс у нас, конечно, не автоматизирован, но работает. Так, еще раз. R. Строим. Дерева мне не хватает. 3 штуки дерева. Надо поискать. Древесину. Это коробки. Но это картон, это не дерево. Это картон, ребята. Это чуть-чуть. Тут уже ничего не найдешь толком. Древесина, какие-то поддоны нужны, да? Где их поискать бы мне? Полицейские тут ходят, бродят по округе. Значит, нам нужны какие-то поддоны. Поддоны, поддоны. Поддоны, поддоны в переулках. Голуби тут семечко охраняют. Может, какую-то еду найду? А ну-ка. О, огурец хамаем. Дерево обычное, такое нельзя никак срубить. Нужны какие-то... Ауч! Что-то в этом роде мне надо. О, вот они, поддоны. Так, дерево. Где ты, мой помощник? Где ты? Ты мне нужен сейчас. Так, на видное место поставлю. А второй, где кусок древесины? Это не то. Он сюда должен спуститься за мной. Я его не вижу. Помощничек пропал. Где ты? Дружище, ты где? О, еще дерево. Смотри, сколько дерева нашел. О, глянь еще. Сразу перерабатывается. И где он? Ты тут не можешь выехать ко мне. Так, заезжай. Картонки сейчас наберем с тобой. Где ты там? Иди сюда. Смотри, я сколько нафармил нам. На переработку. Там мне вообще-то 3 штуки не хватало, по-моему. Ну, может, можно еще картонкой позабирать. Картоночка фармится. У нас замечательно. Got it. Картонка, я думаю, лишней не будет. Нам бы сундук какой-то сделать. Было бы вообще офигенно. Опа, железо нашел. Мусорка. Бам-бам. Картоночка, смотри, дружище. Так, а здесь что? Как вы могли от меня закрыться? Вам не стыдно? Так. Так. Сюда. Так, тут надо голубями попробовать. А ну-ка. Не зацепляются. Ну, цепляйте же. Как-то я выцеплял раньше. О! Есть контакт. А-а-а, крышка от унитаза. Мне интересно. Дружок, смотри, что я нашел. Картонку. Идем домой, наверное, уже. Мы собирали, по-моему, приличное количество всякого барахла. У меня времечко поджимает. Здесь что? Какое-то непонятное ведро поломанное. Дикая батарея большая. А, инвентарь переполнен, как обидно. Так, ладно, бежим. Домой, только как бы нам с этой батареей отсюда удрать-то, а? С дороги, я бегу с батареей, с дороги. Так. Так, обойдем через дорогу, наверное, по культурному, по тротуару. Так, хорошо, идем теперь... Шоп, идем... Идем. Где мой дом? Чё так долго к дому добегаю? Из-за батареи, что ли? Карту посмотрю. Ну вот. А, я туда немножко туда свернул. А я тут смогу как-то обойти? А, это бандиты. Не вовремя, ребята. Не вовремя вы ко мне тут хотите пристать. Несу, короче, батарею домой. И там, по идее, той древесины, что я насобирал, должно, по идее, хватить. У меня было 7 штук. По идее, мы сможем дальше по сюжету двигаться. А ну-ка. Сейчас проверим. Батарею на переработку сразу кидаю. Так, вот сюда. Не могу.
Это забираю, это запихиваю, это сюда, это забираю, это запихиваю. Где ты, дружище? Что-то далеко уехал. Инвентарь полон, да ёшкин. Пошкин. Хоть железо спрячем, давай. Полон опять инвентарь. Ну давай, где там у тебя были? Вот это возьмем, переработку отправим. Так, слиточки подъехали. Слитки пока еще можем копить. Так, что еще? Древесина. Заправил ее. Так, стоп. Древесина у нас дефицитная. Ага, у нас инвентарь полон. Хорошо, давайте попробуем строить. Голуби, вот эта штучка. Голубиная. Для вихря, да? О, не хватает материалов. Что-то открыли мы. Пиджи. Карл, голуби обожают проветривать перышки. Они кружат вокруг цели, создавая настоящий вихрь из острых клювов и когтей. Карл, жертве не выбраться из вихря и не уберечься от серии болезненных ран. Типа, смерч. Самый приятный размер вихря удваивается там с чем-то. С каждой модификацией, имеется в виду, он удваивается. Ну, а это мы можем улучшить за счет гвоздей. Так, подожди, я могу себе прокачать кое-что. Гвозди. Так. А это я могу прокачку сделать. Бам. Так. Вихрь тоже можно улучшать будет. Я хотел создать сундук. Там где-то было, по-моему, такое место для хранения, нет? Или не в этом разделе? Семечко. Или в это в строительстве было где-то тут? Приспособление. Сундук. Дерево, гвозди. Ну, гвозди я могу, по-моему, скрафтить. Гвозди. А вот с деревом у меня пока что... А, вот одна деревяха есть. Вторая. Мы же немного освободили свой инвентарь, когда тут только что покрафтили. У нас, по идее, слоты освободились, да? А есть что-то на переработку еще? Гриб, колесо, гвозди, колеса. А что с колесами делать нужно? Цена продажи вообще маленькая, мусором считается. Может, ими можно как-то топить? Так, пока не знаю. Ладно, что я там хотел? Я хотел какой-то ящик попытаться сделать. Ой, это я вихрь? О, я вихрь. А, он теперь с вихрем будет кидать у меня? А, ну типа будет два... Ого! Так, подожди, что я хотел? Я хотел режим строительства построить вот этот сундук. Во, здесь можно хранить сокровища. Тихо, пропали вещи. Опа, сундучок. Один есть, дерево. Так, нехватка, выход, R. И что? Открываю, допустим. И я могу туда перетаскивать, понял. Допустим, пока что не знаю, для чего мне покрышки эти нужны. Сбросим. Семена. Я их просто ношу, я потом их посажу, видимо. Буду что-то полезное выращивать, но пока я не понимаю тоже, для чего это мне надо. Ну как, семена понятно, для чего нужны. Картонка. Это такие ходовые товары всякие. О, эти банки, по-моему, надо на переработку, если они... Ctrl-R. А, так, как там, инвентарь. Ctrl-R. Немножко непривычное управление для меня. Так, бросает. О, вот так даже можно. Так, это нужно в голубятне умение голубиный вихрь до максимально... Улучшите в голубятне умение голубиный вихрь до максимального уровня. А-а-а, медные трубы, алюминиевый лист, гвозди. Медные трубы еще нужны. Я должен тут полностью себе это все построить, чтобы это дело провернуть. До максимального уровня качнуть. А я качнул вот этот, улучшил до уровня нового. Мне это вихри надо было качать. Медные трубы. А чтобы, допустим, создать медные... А ну как оно стреляет? Ну как оно проверить? Вау, печеньки кидает. Так, режим строительства. Медь. По поводу меди. Это у нас... Для алюминиевых слитков, а это древесину в бумагу перерабатывает. Интересно. Здесь живет клоп, который может посылать за добычей два алюминиевых листа. Может, мы клопа сейчас себе туда поселим одного? Пускай за добычей ходит, что-то будет мне приносить. Клоп, два алюминиевых листа. Я же могу их создать, правда? Выйти из этого режима. Сейчас создам два создать
алюминиевый лист. Один создал. Подожди. Ага, я все использовал. Железо мне надобно. Железо у меня... О, не здесь. А ты можешь как-то подъехать поближе, чтобы я так не бегал постоянно? Так. Заходим. Тихо. Пусти. Мы тут, короче, сегодня куча всякого крафтим. Берем это все. Переплавка у нас пошла. Процесс плавления не быстр, к сожалению. Ну что ж поделать. Так, как это дропнуть? А сколько у меня... Тихо, отпусти. Сколько у меня этих листов? Один. Нужно... Угу. Так, раз. Понял, забрать. Подкинуть дров, говорит, нужно. Дрова. Дерево. Давай. Уже есть топливо. Гуд. Запихиваем. Плавильня пошла, пошла плавильня у меня. Голубиный вихрь еще не прокачался у меня. Ну, мы сегодня чисто на крафте, я так понял. Мы сегодня чисто на крафте, но может мне стоит еще тут третью штуку построить сразу. Не знаю даже. Так, алюминиевый лист создать. Сейчас я себе, короче, сделаю так, чтобы у меня где-то бомж ночевал. Вот тут, например, под дверями будет у меня охрана. Двери можно и прикрыть. Так, попробуем в режим строительства открыть каталог. И поселим сейчас себе... О, лишь байка для бомжа, смотри. За респект. Побег на базу. Я так думаю, что на ту базу другую хотят нападать. Может, отдать ее на уничтожение? Так, и чё? Клоп. Мы теперь должны спасти клопа какого-то, и он будет у меня жить? По идее, да. Так, выйти из режима. Спать. Я могу даже сам лечь спать. Прикольно. Так, тут мы перерабатывали. Сюда. Древесина. Что дальше? Мне нужно копить, значит, медные трубы, алюминий, гвозди. Давайте гвозди сделаем пока. Гвозди. Раз, два. Гвозди есть на прокачку. Медные трубы. Дерево. С деревом у меня трабленькие. 4. Мне немного дерева не хватает. Может, кого-то пойти пытаться... Вот там бандюганы стоят. Пойти кого-то защитить. О, перышко. Так, подождите, где тут бандиты? Где-то здесь бандиты. Нужно кого-то клопа спасти. По идее, он будет у меня потом жить, нет? Нет. Как мне найти этого клопа? Подворотник где-нибудь. О, сейчас мы пробуем. И заодно сейчас голубиный вихрь испытаем. Так, давай. Фу. А че он больше его не запускает? О, пошло. Ну такое себе. Перезарядка длинная. Перезарядка длинная в этого вихря. Ну он типа коцает их, но как-то он... Печеньки. Давай. Я быстрее в рукопашку, мне кажется. Ага, можно выбирать так, либо так. Понял. Скроллингом, типа, перевыбирать можно. Либо то, либо то. Так, мы спасли. Так, ты будешь теперь у меня жить? Или нет? Я спас, допустим. Клоп спасен. Пойдет ли он ко мне спать или нет? Я не знаю, но я специально этим занялся. Я специально это сделал. Посмотрим. Но мне нужна еще древесина, ребята. Без древесины... Мы же дальше не прокачаем навык, который мне нужен по сюжету. По сюжету. Может, надо на ту базу мою первую забить болт, а тут, короче, обосноваться конкретно. Тут здание побольше, тем более. Подумаем. Никого не вижу, чтобы здесь войти в режим строительства. Как их сюда привести? Я пока не понял. Так, это мы убираем. Это запихиваем. Так, это сюда. Тут у меня семена еще. Как там плантации какие-то можно создавать еще? R. Режим строительства. Открыть каталог. Так, назад. Сад. Готовка. Так, готовые особые блюда из книги. Так, это что такое? Термическая обработка делает овощи и фрукты питательные. Интересно. А может мне стоит что-то на защиту поставить? Оборона. Базовая защита от жуков вызывает...
взрывается под врагом. Ого! Орудие с низкой скорострельностью мечет во врага бутылки во время обычных рейдов. И что-то закрыто еще есть. Назад. Постройка. Сад. Готовка. Приспособление. Удобная кровать закрыта. Простая кровать построена. Картонная лестница. Сундук. Так, что тут еще было? О, древесину в бумагу. Это мне не надо, мне вот это бы построить. Керамики мне не хватает 2 штуки. Мне надо деньги заработать на керамику. И алюминиевых листа мне не хватает. А все остальное плавильня для меди. У меня все для плавильни меди есть, в принципе, смотрите-ка. Только мне надо денег заработать. Так, понял. Давайте с этим разбираться. Раз. Два. Так, что там еще раз? Сюда. Керамика, алюминиевый лист. Алюминиевый лист. Давайте зайдем сюда. R. Алюминиевый лист создать. Так, все, у меня их есть. Теперь у меня их уже есть, получается, 3. Нужно подкинуть дров. А дрова у меня вот эти, разве что. 4 штуки остались. Дрова мне нужны, видите? С дровами туго. И плюс мне надо как-то деньги заработать. Попрошать. Курс ропива. Это что такое? Не понял. А что это такое? Это что такое? Удар. А, это типа кидай гранатами. Понял, понял. Так, надо нам таблич. Дай. Дай. Те. Рыв. Ню. Ню. Дайте гривню. This is perfect! Дайте. Дайте гривню. Дайте гривню. Дайте гривню. Так, пошли, 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 пошли. Дядьку, дядьку, дайте гривню. А ну, полицейского. Дядьку. Доплачивать. Дядьку, дайте гривню. Fuck you, показал. У меня по нулям, блин, все жлобы какие-то. Хоть и рабочие, так и знал, что они жлобы. О, вот эти точно деньги имеют, а ну-ка, а ну-ка. На тех, которые в пиджачках ходят. Дайте гривню. Сколько даст? Не дал. О, дал целую гривню, 16 копеек. Так, есть. Дайте гривню. Мне нужно клоуну купить у него керамику вообще-то. Где клоун мой? Мы можем клоуну двигаться и по дороге морозиться. О, хорош. Так, кстати, я проголодался. Опа. Тихо, тихо, тихо. Принять. Луковицу. Так. Эй. Просим. Гроши. Так, куда? Идем по дороге, ищем кого-нибудь. Надо какой-то побогаче. Дайте гривню дайте. Не, у вас нет. А у вас? Я говорю, гривню дай. А у меня уже и хватит на, по-моему, на керамику. Не интересует. Полиция? Я все вижу. Да я тоже вижу. Мне на керамику дайте. Люди добрые, дайте на керамику. Ну, 5 баксов точно хватит на керамику. В общем, доберемся до клоуна и будем с ним уже беседовать. Вот он тут, клоун. Будем у него покупать керамику у клоуна нашего драгоценного. Только не в ту сторону пошел, что ли? Свернул немного не туда. И в следующий раз будем продолжать искать древесину и строить следующие фишечки. Но мне надо улучшать, а зря я взялся за строительство, да? Или там для улучшения нужно было алюминий. Я уже запутался. Ну, в общем, с этого клоуна мы начнем следующий наш эпизод. И плюс мне понадобится искать древесину для того, чтобы прокачивать свои постройки. Увидимся в следующем видосе. Вот сегодня такая вот серия получилась. Надеюсь, вам понравилось. Все, всем пока-пока. Дайте рыбу.